Время вперед. Под таким девизом сегодня в столице проходит 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи. Приветствие участникам форума направил Александр Лукашенко. Его зачитала глава администрации президента Наталья Качанова. Программа здесь насыщенная. На масштабном форуме подводит итоги работы организации за несколько лет, определяет перспективы работы и выбирает новый руководящий состав. Но этим события съезда не ограничиваются. На интерактивных площадках демонстрируют все, чем сегодня живет молодежь. Центральная тема – «Год малой родины». Этому посвящена экспозиция «Беларусь. Крыница натхнения». БРСМ уже более 15 лет славится своими проектами. Это волонтерское движение, патриотические акции, а также трудовые семестры.